Школьники побывали в диспетчерском пункте, где принимают тревожные звонки по номерам 01 и 112, познакомились с техникой и оборудованием, которые используются при тушении пожаров, смогли примерить специальную изолирующую маску, которую применяют пожарные при спасении людей в горящих помещениях. Все, видишь? Обычный воздух ничем не отличается от того, что мы дышим здесь. Все, ты можешь спокойно выходить в дыму со мной. У меня своя спасательная маска, у тебя своя. Пожарные показали выполнение норматива, согласно которому нужно за 20 секунд облачиться в защитную рабочую экипировку, и получили заслуженные аплодисменты зрителей. Но, пожалуй, самым интересным зрелищем стало объявление учебной тревоги, когда в считанные секунды боевой расчет выехал из бокса, развернул пожарные рукава и потушил условное возгорание. Автомобиля, то есть подача пены. Цель данного мероприятия все-таки объяснить, показать детям, что игра с огнем — это все-таки не шутка, а популяризация нашей профессии, какую функцию выполняет пожарный, рассказываем детишкам, это интересно. Вот такие мероприятия проводятся почти каждый день, потому что мы постоянно работаем с Министерством образования, приглашаем детей, сами приезжаем в школы, детские сады, все рассказываем, все показываем, чтобы они знали, что такое огонь. Сергей Дадыко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».